Меня везет ночной экспресс в старый отель. И пусть меня никто не ждет у дверей, вези меня в ночной экспресс, вези меня скорей. Город плывет, море цветных огней, город живет счастьем своим. Таина, Анна Газел. Ну что ж, друзья мои неторопливые. Давно, Сергей Владимирович, да, не говорили таких приятных вещей вам. Это не мне. Это девушкам? Мне-то что? Не скажите, не скажите. Не скажу. Слово наставнику, Сергей Шнуров. Эту песню я буду слушать в вашем исполнении, несмотря ни на что. В какие-то минуты путешествия по длинным дорогам северо-запада, когда будет идти снег, дождь, и погода будет не предвещать ничего хорошего, я буду ехать туда, где наверняка есть солнце, под ваш трек. За что вам огромное спасибо. Тем не менее, мне придется выбрать. Да? Итак, дамы и господа, наставник команды назовет имя того, кто будет двигаться в нашем проекте дальше. Дмитрий. Вы, конечно, ждете, что так он ответит. Нет. Сейчас наставник команды назовет имя того, кто останется в нашем проекте дальше. Ну, Дмитрий, вы же в любом случае остаетесь. Ну, как бы мне не было тяжело, а мне действительно нелегко сейчас. Не скажу, что на сердце, где-то здесь, в голове. Потому что у вас обеих есть какие-то очень очевидные, выдающиеся качества. Я оставляю Аню. Все.
жалко девочку. Правильно. Ну, слушайте, ну, все хорошие, господи. Будь моя воля, я всех бы оставил. Да. Ну, Анна просто, мне кажется, очевидно, блестящая певица. А мне вот не очевидно, но... Мне очевидно. Прям. Не, очевидно. А шикарно. Очевидно? У нее тембр прямо, ну, чудо.